дом, возиться с ребенком. We must prepare to pay any price. Didn't I bury you already? No one should forget her. Ever. Так, навыки. Три клетки от себя. Держаться где-то на расстоянии от второй до четвертой.
если мы тогда делали что-то не получилось там? Погнем в сторону. Наверное, сейчас я его развернул, поэтому он сюда ударит, скорее всего. Да, вот он поменял теперь. Оттолкнем. Получится. Да не получится. Тут меч смог отойти. Область поражения всем дочерям за ней. Так, если он бьет еще вот так вот. Он дарит по этому. Он дарит по всем. Не годится. Ну,
Так, здесь щит должен на себя его. Щит у нас не успеет уходить. Лук один тоже у нас не успеет. А нет, щит тоже успеется. Нет, увернуться. Увернуться он не успеет. Ну, конечно, сдвинуть. Уклонение я особо не увидел на себе. Как-то способом это не прокатывает. Деда. I cherish the strength she summons with each step. Вот опыта дали. Особенность. Is this me? Это я? Нет, 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 нет. Злость, да, но это уже слишком, слишком много боли. Angry, yes, but this is too much. Too much hurting. Gone? Да. Is it? Закончено. Who are you? Вы кто? No one. Никто. But what I could Кем я могла бы быть? Матерью.
Don't hurt me. Не трогайте меня. Не надо. Never. Когда радость? Заканчивая этот цирк, тебе здесь не место. У меня там кто-то память. Князь, сам, служи мне, я прорву вуаль, и реальность станет моей. Или ты узнаешь о том, что такое настоящее страдание. Тебе тут не место. Я выбрал This child has chosen покой. Peace. I no longer need anyone. Your daughter's war has fueled the suffering I need to enter reality. No. Нет. No. Он нет. I must thank you for this broken creature memory. With her, I build my new home. I paradise. Come. Come, brother. I am waiting. Дитя было повержено. Конечный кошмар. Должен поблагодарить тебя, твои страдания сделали меня сильнее. Идем же. Вперед во тьму принесем же спасительный свет измученной души. Пятая эра, бесконечный кошмар. У нас появилась памятки. Что за памятки? Remember. Так, начальный уровень мастерства рожденного червей 10. Это тоже ничего особо не даст. Пустить эру. Если я сейчас нажму, что? И будут. Не, надо. Я их все равно не клепаю больше. Так, сейчас мы проверим, что такое вот это уклонение все-таки. 100%. 1-4. Охота спасти. Можно спасти. Мне это клепает. В принципе, мне это не надо. Опять некого.